bouge. Qui bouge? C'est... Ah, the skies are dark. Ой, мамочка моя родная. Вот такой подарочек делать кому-то, подложить ночью, возле двери поставить, и все, и трындец. Человек выйдет и просто умрет со страха. Ой, какой ужас. Фу, какая гадость. И за это люди платят деньги. Голубоглазый ты мой. Ой. Она все трепится. Пуля в голове, а то и две у него. А здесь смотри. Это я зашла в этом Home Depot, вернула, у меня было две этих, два светильника. 100 лет назад покупала, хотела когда-то делать видео дома. И так я ни разу из дома видео не сделала. Нет, у нас еще не Хэллоуин. Но у нас начинают продавать вот в такое время. Болтуны вы. А ты вообще болтунка. Давай я глазки тебе подрисую. А то что ж ты вообще какой-то безглазый? Ужас, ага, ужас. Я праздник этот люблю, потому что люди здорово веселятся. Но вот такую гадость, конечно, я бы никогда в жизни, не то что я бесплатно бы не взяла, но они ж покупают, они ж платят бешеные деньги за это. С ума сойти можно. Аж сыкнула пробки. Я никогда не дом не украшаю. Да ну что, вы такими гадостями. Вот зеленуха такая стоит. У нас в Черном море, в море водится рыба, зеленуха называется. Ой, какие ужасы. Фу. И вон они тоже крыльями машут. Не-не-не-не. Я же говорю, мне бы дали бесплатно, я бы их не взяла, да мне такие гадости. А люди прямо делают возле домов, некоторые делают прямо кладбище, как будто кладбище, могилки там. Это. Вау, такой ужас. Я не знаю, как-то вот для меня это все-таки какой-то, все равно праздник очень такой жесткий. Я не люблю фильмы ужасов, никогда не смотрю. Бледная какая, взбледнула девочка. Фу, да-да-да, фу. Вот именно что фу. Че ты с подносом стоишь? Гузельке привет. Классный дракон, привет. А это кто? А что это? Это вот у нас перед Хэллоуином продается вот такой вот такой вот, вот такой ужас. Вот такой ужасник продается перед Хэллоуином. Снэплс, привет. Снэплс, привет. Фу, какие гадости. Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Мой любимый наряд, полосочку. Страшный вот. У нас есть магазины специальные, которые открываются перед Хэллоуином где-то за несколько месяцев. И там полные магазины таких страшилок жутких, таких просто бешеных страшилок. Сюда как-то заходишь, тут хоть как-то более-менее светло, а там все кровью залито. Там такие вообще заходишь, и сразу хочется, и сразу оттуда хочется выйти. Не люблю я такие вещи, конечно. Но что делать, это традиция. Никуда не денешься. Люди кайфуют, они покупают такие вещи. Телефончик, алло, алло, даже звонить не буду, не хочу. Да. Здорово, купи такой куклы, купите с ней в обнимку домой, вечером особенно. Особенно вечером. Ой, какой же ты страшный. Ой, я подошла. Ой, мамочка моя. Хорошо, что я в памперсе. Какой ужас. Фу, ну тебя, зараза, напугала. Ой, какой кошмар. Фу. А если я еще раз подойду, то что вот так подпрыгнешь? Ага, сейчас подпрыгнет. Телефон же звонил, он сейчас подпрыгнет. Ну, давай, давай, давай. У меня инфаркт. Да-да-да. Особенно в теме 9.1. А при чем тут 9.1.1? Ужастики 9.1.1. Это две разные вещи. Ну давай, я ж... Подлец! Что на тебя? Я знала, что он прыгнет, и все равно ты все равно испугалась. Какой ужас. А вот это все надувные игрушки. Дрожит, дрожит. Чего ты дрожишь?
Страшно тебе? Страшно? Как это не встать, ага. Ага, точно, точно, что как это не встать. Все, иди поутру. Опять звонит. Иди, не хочу. Не хочу больше. Все, дальше пошли. Ой, тут еще вон какие-то эти страхолюдины. А ноги где потеряли, мальчики? А что, ног нету? Не было, что ли, вообще? Цепи. Фу, черепа, кости. Бра. Я, например, представить себе не могу, как люди работают патологоанатомами. Для меня это просто. Мне кажется, мне выплатили $1 миллион в день, я бы не стала работать. Вот честно, я не говорю там за $1000. Я бы за $1 миллион в день не стала бы работать патологоанатомом. А люди работают и получают какой-то определенный кайф. Ну, где я? Не видно меня. Хотела себя показать. Ай, вот она. Вот она, вот она. На руке намотана. Ой, целый день сегодня просидела дома, проснулась в 11. Позднёхонько. На свой коктейльчик где-то около часа дня. И вот до сих пор еще ничего и не хочется. Пошли цветы смотреть. Фу, насмотрелась этой гадости прямо. Кишкодные собаки. Hi, how are you? Hello. Hello. Marvel. Rescue. Survive. Не могу прочитать. I can read it. Service dog. Ah, service dog. What this is for? He just helps somebody. Ma'am. He helps somebody. Yes. To this walk. This one's in training. Ah, he's training. He's a young dog. Ага. Эти собаки специально воспитывают, чтобы они помогали людям. Ну, по всей видимости, я не знаю, и слепы. Этот маленький говорит один, а этот уже такой, этот уже, как бы сказать, тренированный. Мои мальчики золотые, в кепочке такой лежит. Мой хорошенький. How old is he? 8.5 months. 8.5 месяцев ему. May I pet him? Yes. He's kind of shy right now. Я спросила, говорю, могу я его погладить? He's very sweet. Мой хороший мальчик. He's a good boy. Мой такой хороший мальчик. Yes, такой красивенький, такой маленький. Good boy. Совсем малюсенький, 8.5 месяца. Окей, thank you. Have a good day. Bye-bye. Ай, какие классные. Да, у нас тут это очень развито, здесь вот эти собаки. Я никак не могла прочитать слово сервис. Не знаю, у меня такое иногда бывает. Меня переклинивает, я иногда даже... Я когда говорю на видео, потом смотрю, думаю, боже, я же знаю, как правильно сказать. А говорю, черт знает что, бог знает что. Все, ладно, ухожу отсюда. Тут жарко, тут цветы, мне цветы пока не нужны. Все. Все, пока-пока. Нет, у нас дождя несколько дней уже не было. Жарко, жарковато, конечно. Все еще жарковато. Ой, мальчик золотой. Все, поехала дальше. Все, поздавала или пойти походить по этому магазину, не знаю, что мне, может, что-то куплю, раз уже карточка есть. А мне вообще ничего не надо. Плохо ходить по магазинам, когда ничего не надо. Я проезжала мимо Нейплса. Да, я ездила, я там встречалась с Олей. Она живет недалеко. Ой, ну как же выйти теперь отсюда? Ну что ты будешь? Да что мне... Вот он, все. Все, всем пока-пока. Доброй ночки.